Руководство московского метро приказало убрать проволоки с деталей вагонов после скандала. Из-за нехватки запчастей детали вагонов скрепляли подручными материалами. О вопиющем случае в московском метрополитене стало известно после жалобы в прокуратуру. По информации Лайфа, из десяток вагонов, эксплуатирующихся на замоскворецкой линии столичного метро, имели в своей конструкции крепежи в виде проволок в районе колесных пар на редукторах. Причем техперсонал предупреждал начальство о том, что редукторы имеют посторонние предметы. Однако распоряжение, чтобы их убрали, руководство метро выдало только после того, как о готовящейся проверке объявили в прокуратуре.